хочу представить вам раннеспелый сорт, сорт черри от агрофирмы «Семена Алтая». Называется «Сибирские черри». Плоды с виду очень неплохие. Завязываемость хорошая, если учесть, что сейчас уже 20 августа. Они все еще плодоносят, завязывают. Даже у нас на Урале нам в этом году просто очень повезло с погодой. Посмотрите, все еще. И даже продолжается цветение. Но меня чуть-чуть смутил тот факт, что в характеристиках указано: растение детерминантное, компактное, высотой 35-60 сантиметров. Я так понимаю, что 35 оно должно быть в открытом грунте, ну а в теплице 60. Вот я выращиваю в открытом грунте. Кстати, высадила два растения, потом покажу, как выглядит второе. И у меня в открытом грунте одно растение вытянулось, ну, примерно, ну, 1,20 м. Ну, а второе растение под 1,50 м, наверное. И дальше меня еще, когда я покупала семена, очень привлекла вот такая характеристика. Сорт очень урожайный, но это вполне соответствует. Не поражается болезнями даже в самых плохих условиях. И еще мне понравилось, что грозди этих помидоров могут продолжительно храниться вплоть до весны. Ну вот здесь, конечно, меня взяли сомнения. Сейчас плоды уже спелые. Я очень сомневаюсь, что они могут сохраниться до весны. Чуть-чуть какая-то странная характеристика. Конечно, я их положу, чтоб они у меня лежали. Но сомнения очень большие. Хотя сорт действительно урожайный. Вот такие красивые помидорки. Я пробовала. Они, кстати, очень-очень вкусные, плотные, сладкие. И еще хочется чуть-чуть заострить ваше внимание на ранней спелости. 90-110 дней. Как я уже сказала, сегодня у нас 20 августа. Если посмотреть, у меня, ну, все почти уже убрано. Но действительно, уже конец августа. И созрели только вот нижние кисти. Ну, чуть-чуть вот тут начали буреть. Все. Все остальное еще зеленее. Я могу утверждать, что это точно не раннеспелое растение. Или это какой-то пересорт, или что-то неправильно написано в характеристике. Ну, а вот так выглядит второе растение. Вот пойду вверх, чтобы вы видели, как оно развивается. Урожайность действительно неплохая, очень красивые плоды. Но вот здесь растение вытянулось. Я его высаживала как низкорослое, но оно уже с меня. То есть примерно 1,70 м. Вот такие красивые, конечно, кисточки завязываются. А плодоношение продолжается. Ой, вот посмотрите, на верхушечке она и не думает вершковаться. Вот кисть должна была быть, а дальше снова продолжается рост. Точно так же себя ведет и другой побег. То есть о детерминантности растения здесь вообще не приходится говорить. Скорее всего, все-таки это пересорт. Если вдруг вы тоже выращивали сибирские черри, напишите, пожалуйста, что получилось у вас. Какое у вас растение? Так как в характеристиках еще указано, что можно выращивать в комнатных условиях. А вы представляете, если этого гиганта, который в открытом грунте вытянулся до 1,70 м, если его высадить на балконе, то там вообще будет выше 2 м. Скорее всего, это все-таки пересортится. Потому что сейчас, когда я разглядывала, какие это плоды, они не маленькие, 35 г. И, конечно, форма. Форма абсолютно другая. Вот здесь они маленькие, кругленькие. Написано в характеристиках вес от 15 до 35 граммов. У меня же все стоматы получились вот с таким красивым носиком. Абсолютно все плоды. Ну, я знаю, конечно, что форма плодов в плохую погоду может меняться. Но у меня они все с носиком. А здесь указано, что они маленькие и без носика.
Что же это за сорт? Нам предоставил семена Алтая. Могу им большое спасибо сказать за форму плодов, за урожайность. Такие помидоры, такой формой, таким размером очень удобно использовать для заготовки помидоров в собственном соку. Что я, конечно, и сделаю. Они действительно сладкие, вкусные, но я, конечно, хотела получить абсолютно другие помидорки. Собрала все томаты. Вот такие вот грозди, кисточки. Вот такие. Формы у них разные. Есть простые кисти, есть более сложные кисти, где гораздо больше плодов. И хочу показать, как томатики выглядят на разрезе. Они действительно красивые. Стеночка плотная. Сами томатики плотные. Ни один плод не растрескался. Значит, в заготовках они будут хороши. Их можно и мариновать. И я думаю, что можно их даже засаливать, тоже будет неплохо. Но хотелось бы, чтобы сорт, конечно, соответствовал тому, что заявлено на пакете. И, как говорится, у хороших проверенных агрофирм, а эта фирма мне нравится, бывает вот такая пересортица. Очень жаль, хочется купить томат и вырастить его таким, каким он должен быть на вашей характеристике. Все, что указано здесь у вас. У меня пересорта в семенах быть не может, потому что я выращиваю всегда по два растения из каждого пакетика. А они выросли абсолютно одинаковые. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.